в 70-х годах 20 века в США выходит наделавшая много шума во всем мире книга, шокирующая правда о воде и соли, автором которой является Пол Брэк. Эта книга становится первым толчком к тому, чтобы задуматься, а так ли безвреден ставший привычным нам всем продукт. В своей книге Пол Брэк утверждает, что организм человека не способен усваивать неорганические вещества и соединения, что соль – это страшнейший яд, который нужно полностью исключить из своего рациона. Для многих людей Брэк становится гуру здорового образа жизни и своим примером вдохновляет многих американцев. Но после его смерти неожиданно выясняется – все, что писал в своих книгах Пол Брэк, было неправдой. Начиная с даты его рождения, выяснилось, что Пол Брэк никогда не изучал медицину и не имел должного образования. Организм не способен усваивать неорганические вещества. Тогда как организм может жить без таких неорганических веществ, как кислород или азот? Или как прожить без такого неорганического соединения, как вода?